Эй, как вас там? Эй, вы живы? Слышите, вы живы, а? Мы в отеле. Ага. Только, кажется, эконом-класса. Вы можете сесть, а? Господи. Что это было? Реконструкторы? Униформисты? Что за хрень? Вы знаете, у меня... Есть. Ой. Вы можете с меня слезть? Извините. Вы знаете, у меня есть одна версия, но мне кажется, она вам не понравится. Она слишком иррациональна. Вы можете яснее выражаться. Как вас зовут? Что? Ну, я же должен к вам как-то обращаться. Называйте меня Жанна. Отлично. Так вот, Жанна, мы сейчас с вами в начале 20 века. Ну... Вы же помните? «Назад в будущее», «Зеркало для героя», «Иван Васильевич меняет профессию». Ну что же вы, такие хорошие фильмы не смотрели. Так вот, мы сейчас с вами в прошлом. Понимаете, в прошлом. И в этом прошлом идет гражданская война. Красные побили белых, и красными командует Чапай. Ага, и Петька с Анкой. Возможно. Возможно, все возможно. Вы же слышали, как они с нами разговаривали. Я уверен, они даже не знают, что такое Facebook. А фейсмаптейбл за плохие шутки, они знают, что такое? Это не шутки. Вероятно, где-то что-то не сработало, и мы с вами оказались не в своем времени. Так, ну вы-то идиот, это понятно. Но я-то трезвый человек. Так, начнем сначала, отматываем назад. Давайте. На меня упал негр. А я вылез через чердачное окошко прямо на крышу отеля. Еще раз. На меня упал... Здоровый-приздоровый черный негр. А я вышел из общественного туалета в чистое поле. Потом там же вышли вы. Мы побежали. Господи, и мы прибежали туда, где нет ни мобильной связи, ни интернета, нет ничего. Есть только отрубленные... головы в буденовках. Вы можете не орать? Я не ору. Я боюсь. Миссия под угрозой срыва. Вы что, шпион? Шпионы, на выход!
Пошли. Интересные шпионы. Никогда таких не видел. Иностранные. По всему видать. Петька, а ты найдешь, что и подавись. Со смеху сгореть. Вот. Хотели Петьку? Вот вам Петька. Между прочим, порученец Чапая. Кому Петька, кому Петр Семенович? И кто это меня здесь хотел? Уж не это ли пигалица? Нет, нет, Петр Семенович, вы меня просто неправильно поняли. Я хотел объяснить своей коллеге, что вот он, мол, тот самый бесстрашный герой гражданской войны. Правильно, а? Смешно. Ладно, Чапай скажет, что с вами делать. Шагайте в хату. Пошли. Ой, ой, Анна, Анюта, добрый день еще раз. Вы же партии совой, да? Порты собою не боись, а еще железный компостер. Для твоей буржуйской морды. Шпионы капелевские. Всех наших по именам знают. Давай. Портки спросил. Сволочь белая, своих-то нет. Позвольте, Анна Васильевна, помогу разобрать вам агрегат. Товарищи, разрешите один вопрос. Мои товарищи зараз до Константинополя драпают. Нет, нет, в порядке прояснения ситуации. Пошел. Ой, если у вас командир Чапаев, иди, то комиссар, получается, Фурманов. Теперь решительными действиями отряда его командира противник отброшен и обращен в бегство. Наш отряд преследует отступающего в панике противника. И где должен быть командир? Ну и где? Опять впереди, на лихом коне. И первым ворваться в город на плечах неприятеля. Вот как. Вот, товарищ командир, доставил. Ой. Развяжи их. Есть. Что они могут сделать Чапаеву? Ну? Кто такие? Откуда? Куда? Зачем? Умереть не встать. Служили два товарища. Точно. Умрете обязательно. И мы вам в этом поможем. А где служили? Кому? Василий Иванович, мы из будущего прибыли. Ага. Будищего. Так этот городок под белыми нынче? Нет, нет, из будущего, из 2012 года. Да? Совсем велики, умом тронулись. Уж не знаю, что спротив Чапая придумать. Да не слушайте вы его, он на голову слаб. Контузия. А ты, значит, умна, здорова. Бойцы, говорят, дерзкая ты. За оружие хватаешься. Точно атаманша, так ли? А вы попробуйте. Мало не покажется. Горячая девка. Слушай, а ты за белых? Али за красных? По мне, те и другие друг друга стоят. Только красные по происхождению ближе. Да за интернационал она, Василий Иванович! А за какой? Позвольте полюбопытствовать. За третий, конечно. Вы же знаете, а? Там, где Ленин. Он, между прочим, его и создал. Складно. Мы все складные. И красные, и белые. А на деле бабло поделить не можем.
Бабло это что? Женщин делите? Ой, и не говорить, товарищ фурман, в наше время с женщинами просто беда, просто беда. Не нравятся они мне оба. Мутные какие-то. И слова постоянно странные. И в глазах лютость. Не лютость, Василий Иванович. В наших глазах мудрый столетий. Вы же очень хороший человек. Я вас все в детстве играл. Правда, знаете, как бывало тебя из пулемета так. Да-д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 а
Не надо в одиночестве. Не везет нам с пленными. Одни дурачки да юродивые. Ну что, в расход их, что ли, давай, Василий Иванович? Как-то, в расход, товарищ Фурманов, я, кстати, от вас такого не ожидал. Вы же интеллигентный человек, книжки хорошие пишете, и глаза у вас добрые. Ложь это все. Никаких книжек я не писал. Напишите, я точно знаю, хорошие напишите. А после этого по ним кино снимут, и вся страна будет знать про великого боевого начдива Чибаева. Интересные котята. Это что же значит? Кино? Это вот, главное, буржуйская забава, что ли? Да что вы такое говорите, Василий Иванович? Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Это, кстати, Ленин сказал, правильно? Ты мне Ленина сюда не приплетай! Контуженный! Да пристрелите вы его, надоел уже. Пристрелим! Успеется, дамочка. Вас рядом поставим. Значит, из будущего к нам? Да. А что ж вам, не сиделось в будущем-то ваше? А? Объясню. Значит так, сначала мы приехали в Ярославль, потому что там должен проходить аукцион, продают здание планетария. То есть, нет. Сейчас здания нет. Наверное, только котлован роют. Ты мне зубы не заговаривай, чертова болячка, я тебя сейчас... Позвольте поподробнее, Василий Иванович. Мы внимательно слушаем. Спасибо большое, товарищ Фурманов. Так вот, существует версия, что в фундаменте этого здания, но о котором я только что рассказывал, зарыта часть известного на весь мир золота Колчака. Что? Опаньки! Идиот! Вот и проговорился. А как заливал, а? Как ты мне все тут раскрашивал, а? Какие узоры ты мне тут выписывал? Да я ж тебя контра. Василий! Своей собственной рукой лично пристрелю, понял? Да, Василий Иванович. Лихую легенду придумали, а? Подготовились как надо. Вроде и верить нечему, и расстреливать рано. Угу. Откуда вам известно про золото? Ну? Стоять на месте! Ярослав Сергеевич. Да? Будьте так любезны. Заберите у товарища Чапаева его наган. Стоять! Я? Вы спецагент или дерьмо собачье? Извините, пожалуйста, Василий Иванович. И правда, горяча девка. Кто ж так оружие держит, сопля? Дай-ка. Стоять! Руки за голову, стене! Ладно. Держи их. Ага. Знаете, что это? Ай! Самозарядный. Итальянский пистолет. Серия 92. Калибр 9.19. Разработан в 1975 году. В каком? 75-м? Да ладно, 9 на 19. Ты куда палишь, дурень? Я...
все, барышня, допрыгалась. Раз. Два. Черт. Вот. Чего уставился, кретин? Да. У ЧПЯ на каждый фокус три своих. Я этим еще в 95-м на ярмарках зарабатывал. Василий Иванович, ты что это делать-то удумал? Фу, срамота! В расход обоих. Перед строем. Как? Прямо сейчас. Прямо сейчас. Как, Василий Иванович? Дорогой... Одежду верни. Клоун. Товарищи! Товарищи! Вы ведь красные! Вы ведь за счастье трудового народа! Товарищи, а я ведь и есть! Я ведь и есть трудовой народ! Меня нельзя расстреливать! Слышите? Пожалуйста, не расстреливайте меня! Ты не трудовой народ, ты риэлтор. И вообще не скули. Прими смерть как мужчина. Готовься! Не надо! Пожалуйста! Пожалуйста, Василий Иванович, не надо! А у меня есть последнее желание! Я имею право на последнее желание! Курить хочешь? Бросил. Ну, то есть как бросил, знаете? Могу курить, могу не курить. Если клиенты нервные попадаются, рука вот так сама тянется к сигарете. Я петь хочу. Можно я песню спою? Самую любимую мою песню, пожалуйста. Только не Боже царя храни. Боюсь, не дослушаю. Что, Василий Иванович, об этом не может быть и речи. Интернационал? Боюсь, тоже не поможет. Скули, что там у тебя? Мы обычаи чтим. Только недолго. Угу. Музыка Новикова. Слова Болотина. Я из интернета скачал. Интер что? Неважно. По России свинцовые хлещут дожди, закипает отчаянный бой. И дерется Чапай, партизанский начдив, за свободный народ трудовой. И дерется Чапай, партизанский начдив, за свободный народ трудовой. А враги наступают на каждую пять, с каждой вышки орудие глядит. Но Чапаев в бою не привык отступать, но Чапаев всегда впереди. Туча черная ночью крадется в степи, еле слышно подковы стучат. Ой, не спите, бойцы, Поль Чапаев не спи, это смерть посылает Колчак. Ой, не спите, бойцы, Поль Чапаев не спи, это смерть посылает Колчак. Волны стонут в тоске и бегут все вперед, никого, только ветер будит. Но Чапаев не умер, Чапаев живет, он как знамя всегда впереди. Но Чапаев...
всегда впереди. Песня. Спасибо тебе. Василий Иванович, они знают про золото. Песня хорошая, поэтому примите смерть быструю, немучительную. Как? Готовься! Как же так? Ну ведь так нельзя, без суда и следствия! Ох, Василий Иванович! Значит, правду про вас писал журнал «Огонек»? Я не знаю, какой там журнал, но расстреляем мы вас с огоньком. По закону революционного времени! По вражеским лазутчикам! Именем трудового народа! Сюда! Быстрее! Чапаев не умер! Чапаев живет! Он как цунами всегда! Впереди! Домой! Взяли! Нас голыми руками не возьмешь! Я тебя сейчас лично пристрелю, дрозд певший! Я сказала не останавливаться! Я, между прочим, на гражданскую войну не подписывался! Все думают, что не подписываются, когда песни на митингах поют. Чапай, Петька, ой, красные, белые, а эти откуда взялись? Вы видели, во что они одеты? У нас тоже с одеждой не все в порядке. Не останавливаться, вперед! Я понял, это зеленые. Кто такие зеленые? Не красные, не белые, бандиты, повстанцы. Вы что, в школе двоечницы, что ли, были? Не грубите мне. Слушайте, ну что вы меня все время роняете? А золото, Василий Иванович? Некогда сейчас. Потом вернемся. Гони! А теперь вперед! Постойте, зачем нам туда? Постойте, зачем нам туда? За мной, я сказала! Скажите, ну зачем мы сюда вернулись, а? Черт, кейса нет. Понятно. За вашим волшебным чемоданчиком.
Слушайте, вы можете хотя бы секунду не занудствовать, а? Послушайте, а я вот давно хотел у вас спросить. Вы случайно не ниндзя, а? Никита. Руки. Эрих. О, ух ты. Баба. Городская. Комиссарша. Господи, а это еще кто? Двое из ларца одинаковых с лица. Чего? Свадьба в Малиновке какая-то. Жалко, что вы не нашли свой кейс. Ну, ладно, заткнись. А то зубы вырвем. Слышь, а? Выведи его во двор, а? И пристрели. Зачем? А я пока побелкой займусь. Нет, теперь и я первый. Да и Степан в прошлый раз был. А теперь и я. Ну иди ко мне. Иди ко мне, комиссарша, ну, мы с тобой соединимся, как пролетарий всех стран. Какая пессимистическая комедия, ей-богу, мне кажется, я знаю, что сейчас будет. Странно, почему меня это не удивляет. Ну, ты тоже хочешь комиссарского тела? Честно говоря, на вашем месте я бы не соглашался. Ты? Степа, ты что? Тимоха! Убей, ребята! Получи! Прекратить! Встать! Красные! Комиссары! Господи! Это уже бумбараж! Милый мальчик, подойди ко мне. Я? А, ну да. Ты такой горячий. Мне такие нравятся. Где Чапаев? Убежал. А где золото? О как! Да! Вот так! Напрямик! Молодец! Просто и без затей! Где золото, а? Где? Где? Где золото? Где? Покажите мне, где? Где? Золото! Золото ты где? Где, а? Нету, нету золота, а? Ну нету! Спряталась! Может здесь? А! Нету золота! Нету, нету! Где золото? Нету! Вы кто такая? Скажите мне! Кто вы такая, что про золото спрашивать? Адмирал Колчак, может быть? Я командир повстанческой армии Александра Антонова. Где золото? Чапаев не успел бы все забрать! Слушайте, кто-нибудь из вас воюет за идею, а? Или только за золото? Начал прозревать, пернатый. Вы бы лучше не философствовали, а отвечали на вопрос. А то получите пулю. Считаю до пяти. Раз! Спокойно. Так, послушайте. У нас нет никакого золота, понимаете? Нет и никогда не было! И у Чапаева мы не видели никакого золота! Два! Все, постойте, постойте. Спокойно. Спокойно. Если я вам скажу, что родился в 1980 году. Вы мне поверите? Три! А давай, давай, о, давай! Вот я перед тобой! Стреляй, бандитская рожа! На, 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 на! Так, секундочку. Давайте остынем, мы же цивилизованные люди. Если вы действительно думаете, что у Чапаева есть золото, значит, оно где-то здесь. Ага. Мы только что увидели, как он все побросав, уехал на своей машине. Где здесь? Не смешите меня, барышня. 4-5! Саша, похоже, они действительно ничего не знают. Тогда в расход. Ну, Саша, приходовать недолго. Я думаю, мы с них сможем поиметь пользу. Ты так думаешь? Угу. Ну, если ты так думаешь. Закройте их в сарае. Это мы с превеликим удовольствием.
А ну давай. Давай, давай, двигай, копыт. Руки. Да ей-богу. Стерва. Ну, не трепыхай. Пошли, глаз с тебя не спущу. Не трепыхай. А ну давай. Я точно знаю, что Чапай отбил вагон у Колчака. Значит, найдем, Саша. Обязательно найдем. Никуда это золото от нас не денется. Можешь мне поверить. А ну стой. Что? Так кто же размерчик моей жинки? Сымай халат. Уберите руки. Сымай. Уберите руки, я сказал. Что? Отдайте ему халат. А ну. Довольны? Ты кому подкинь, чего мучаешься? Да уйди. Уйди. Дай мне. Сам. Дай. Руки. По моей команде падайте. Сами падайте. Не валяйте дурака. Идите к черту. Товарищ! Эй, ты че? Потанцуем? А? Психическая! Положь баул. Скидывай портки. Ну! Смотри, что у меня есть. А? Возьми ее. Ага. Все, хватит, 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 мне надоело. Я хочу спокойно умереть в своей квартире. Господи, ненавижу. Слышите, я вас всех ненавижу. Я болен. Я смертельно болен. Я хочу домой. Я хочу в Москву. Я хочу в 21 век. Стой, дурень! Да в 21 веке свои Чапаевы и Антоновы. Неужели ты не понял? Ah.
Господи! Я не могу больше! Я к этому не привык! Я не умею воевать! Меня этому не учили! Я не умею стрелять! Я не умею драться! Мне очень страшно. Послушайте, Ярослав, нам нужно бежать. Они сейчас придут в себя и организуют погоню. Куда? Куда бежать? Вы что, не понимаете? Отсюда некуда бежать! Некуда бежать! Я устал. Ярослав, вы сильный мужчина. Сейчас у вас просто минутная слабость. Это у всех бывает. Правда, даже у меня. Вы можете взять себя в руки. Вам просто нужно поверить в себя. Я уверена, вы сможете. Вы правда так считаете? Конечно. Одевайтесь. Бандитская одежда. Ну, извините, к сожалению, другой нет. Знаете, а называйте меня просто Ярик. Хорошо. Ярик. Это игрушки-ловушки? Это усовершенствованная модель. Можно я задам вам вопрос? Вы их уже три задали. Вы шпионка. Понимаю. После вашего ответа меня придется убить, но... Я уже сгораю от любопытства и теряюсь в догадках. Знаете, как говорят? Меньше знаешь, лучше спишь. Угу. Значит, шпионка. Я спецагент. Позывной Дрозд. Работаю на правительство. То, которое у нас там, в 21 веке. Еще вопросы будут? Надо же. Тоже Дрозд. Объясните, наконец, что с ним? А мы сами удивляемся. Бачите? Что это значит, голубчики?
Где наши вежливые гости? Так убежали, наверное. Пока я очухался, их и след простыл. Это, как его? Голова болит жуть. О, и у меня голова. Это что ж получается? Одна барышня и всех раскидала? Так бабы они такие. Они всегда мужиками верчут. Значит так, Степан. Берешь Тимофея, еще человек 10, прочесываете лес и приводите мне их тепленькими. Лично кожу с каждого сдеру живьем. Далеко они уйти не могли. Ну! Так, братва, ты и ты, за мной! Пойдем широким бреднем! Вперед! Слушай, Шапира, ты все про всех знаешь. И про Чапаева, и про Колчака. Что это за люди? Кто эти двое? Есть у меня мысль. Но рассказывать еще рано. Мне твои тайны знаешь где? Всему свое время, Сашенька. Мне кажется, я близок к разгадке. Доверься мне. У тебя на все есть ответ, да? Видишь ли, Саша, на все проблемы я смотрю с разных ракурсов. У меня не зашоренный взгляд на вещи. Надо было тебя послать за этими двумя. Не философствовал бы сейчас. А что? Что, Саша, я, пожалуй, так и сделаю. Я пойду и проконтролирую поиски. Да ты скорее согласишься клозет мыть, чем под пули пойдешь. Здесь случай особый. На этот раз я первый. Нет, я. Моя очередь. А вот еще вопрос. Вы умереть не боитесь, а? Хотя, конечно. Вы работаете по-крупному. Сами шпионите. Потом других шпионов устраняете. В общем, живете яркой, насыщенной, удивительной жизнью. Ну, разве я не прав? Нет. Вы можете мне не отвечать. Меня ваши профессиональные секреты совершенно не интересуют. Я вот только одного понять не могу. Ну вот вы, а? Красивая, тонкая. Я бы даже сказал, такая по-своему умная женщина. Мне кажется, для вас более естественно любить, а не убивать. Слушайте, а вы когда бежали по лесу, кричали, что смертельно больны? Это правда или так, истерика? Конечно, правда. Мне доктор по латыни болезнь назвал, а лекарства не прописал. Сказал, что я могу скоро приставиться. Я латынь не знаю, но это название мне прямо... в память врезалась. А повторить сможете? Попробую. Tectum. In grave. Forme. Es repugnat. Normalis. Vitae. Интересно. Угу. Вам интересно. А мне помирать. Никто не умрет. Если будете меня слушать.
Буду, буду, что ж делать? Тихо. Шапира, надоело подлюбка атаман же. Александра Сергеевна послала меня проследить, чтобы вы не натворили глупостей. Это о чем? Сами знаете, пленная девка красивая, вот и будет хорошо, если я за вами присмотрю. Ой, а ты и кто? Дядька или кум? Ух ты! Предмет, похожий на зверя. Чего это? Забава. Дитячья. Смешной. Ага. Да? Вы там чего? Мухоморов объелись? Ха, мухоморов. Газовая атака? Не дышать! Закрыть рты и дышать только через рубаки! Шапира, ты куда? Вернись! Я все прощу! Испугался! Трусишка! Тебя как зовут? Стёпа. Стёпа. А тебя? Тима. 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 А давай дружить, Тима. Давай. Давай, Стёпа. Кто это? Тихо. Дернешься, убью. Ты меня понял, дядя? Вот я себе так все и представлял. Сиди тихо. Этот ствол, дядя, покруче любого маузера.
Ты меня хорошо понял? Нашла чем пугать. Пистолет Макарова. Хотя мне Маузер больше нравится. Откуда вы... Погодите, погодите. А в каком году был изобретен пистолет Макарова? Да что там пистолет? Вы, юноши, говорили, что родились в 1980 году, так? Так и что? А если я вам скажу, что в 1980 году в Москве проходила Олимпиада, это будет покруче пистолета Макарова, а? До свидания, до новых встреч.